Всем привет, друзья, с вами Неломоб. К сожалению, моя предыдущая колония вся вымерла. Они заразили, все заболели, все поумирали, и у меня не получилось. Получается, дальше играть не сможем. Попробуем сегодня начать новую игру. Стандартная, своя игра. Сильная, слабая. Иммунитет системы. Сильный иммунитет, слабый иммунитет, стандартный, стандарт. Может, просто возьмем стандартную игру и начнем, давайте. Потому что я... Не хочу сильно с ним заморачиваться, всеми настройками. Попробуем, имея определенные навыки уже с предыдущих игр, попробуем сегодня уже построить более такую хорошую базу. Начнем с того, что мы поставим правильный туалет, огородим его, поставим, чтобы они мыли руки, когда будут с ним туалета выходить, и наладим производство еды. Вот, давайте сначала выберем себе... давайте одного назовем, допустим, Миша, пускай... Ой, так это девочка, по-моему. А можно поменять? Меняем. Ух ты, иммунитет, творчество, механика. Ну-ка, все по чуть-чуть, но брезгливый. Так, еда, плохое. Пускай пока что будет строительство, творчество. Мне нужно, чтобы они были с иммунитетами. О, 10 иммунитета. Ужасное, качество еды ужасное у него. Ожидание к декору. Ожидание к декору 10. Он очень хочет, любит, чтобы было все красиво у него. Это что у нас? Иммунитета не имеет. Все должны быть с иммунитетами. Наука у этого наука есть. Это немножко надо будет и науки нам. Опа, иммунитет и наука. Жайворнок, дохляк. Качество еды плохое, его устраивает. Тут ужасный. Но этот хороший иммунитет имеет, но еда ему нужна очень. И он обжора на стресс, когда он очень много кушает, когда... Какие-то, может, другие еще более интересные. Наука у меня плюс 6. У меня есть кому изучать будет. Это сразу... Вот, иммунитет. Плохое с едой. Вот этот декор большой у него. Запросы на декор. Мне кажется, это не очень хороший вариант. А к декору 35. Ого. Но низкая еда у него устраивает. К декору 0. Иммунитета нет. Иммунитет вот 10. Вот этот вроде бы подойдет нам. Иммунитет большой. Это важно. Так, это кто? Мэй. То есть эту мы назовем... Как девочку назовем? Как девочку зовем? А мы не можем уже менять имя. Ладно, этому... Берт, это... Пускай это будет Миша. Миша, ну только не погибай, пожалуйста. Вонючка. О, Вонючка тоже хорошее имя. Мне нравится. Подземная крепость. Назовем ее... Метеорит. Метеорит. Поехали. Все, вроде выбрал себе более-менее таких дубликантов. Фух, и что ж, с Богом начнем. Тревога, ваша команда проснулась под поверхностью незнакомого астероида. Как ни странно, они не помнят, как они сюда попали. Им нужно выжить и найти ответы. Так, ну давайте искать и думать. Подсказка, базовая... Базовое управление. Табуляция помогает мне ускорять. Клоны требуют туалет. Первые материалы. Вот сейчас мы их начнем добывать. Когда мы добудем первые материалы, давайте сразу подумаем, где мы сделаем туалетик. Наверное, с этой стороны где-то туалет сделаем. Углекислый газ, правда, здесь. Здесь надо будет... О, здесь вода у нас близко есть, это радует. Давайте нажмем один, глянем. Вот тут уже углекислый газ немного. Но здесь воздуха много. Поэтому я предлагаю вот это все полностью выкопать. Вот так, к примеру, выкопать. Давайте. И заодно немного ресурсов получим. И заодно спустим вниз. Наверное, сделаем потом такую... сделаем здесь, получается, воздух будет. Углекислый газ, и оно как-то хлор здесь... Ой, хлор это не очень хорошо. Ну ладно, все, у меня в принципе уже, наверное, будет сейчас ресурсы на туалет. Отхожее место. Где же мы его сделаем? Так, это что, оксилит? Он очень дает много воздуха, насколько я знаю. Он вырабатывает воздух, если я не ошибаюсь. Предлагаю вот это выкопать. Предлагаю вот здесь сделать такую лесенку. Вот сюда куда-то. Вот. И здесь тоже так прокопать предлагаю. Вот так, к примеру. И здесь мы сделаем туалет. Давайте поставлю приоритет вам вот тут побольше. А, девяточку. Вот первую делом лестницу закончите. И вот это дело. Но вначале мне нужно, конечно же, рукомойник поставить. Умывальник.
Примерно вот здесь на выходе будет у них стоять умывальничек. Вода! Стоп, 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 приоритет. Один, один. У меня же нет воды. У меня же нет воды. Приоритет, мы же не сможем мыть руки. Значит, приоритет вот здесь. Максимальный. Воду, воду, воду. Вот такую штуковину мы тут построим. Вот так примерно и поставили. Вот, наибольший стресс 0. Население, иммунитет системы 100%. Вот, мы добрались до нового воздуха. Сейчас у нас наконец-то появится водичка. Надеюсь, теперь у нас будет с водой все в порядке. Умывальник сейчас получится наполнить водой. Что мы должны сделать сейчас? Поставить стрелочку. Где тут направление? То есть они когда будут выходить, они будут мыть ручки свои. Да, хорошо. Это можно тоже, пожалуй, выкопать. И здесь, наконец-то, ставим им отхожее место. Отхожее место мы, пожалуй, поставим вот тут. Они легли спать. Проснуться, проснуться. Сразу же приоритетиком поставим им максимально. Один склад, понятное дело, у нас должен стоять вот тут. Так, склады, 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 склады. Вот здесь. Давайте подумаем, где нам поставить еще склады. Вот мне кажется, нам нужно вот сюда двигаться. Тут у нас есть один... такой один важный персонаж. Здесь у нас что? Хлор. Хлор. Это надо будет все перерабатывать. Так, они проснулись, по-моему. Задачи у них есть установленные. Вот здесь вода добывается. Склады. Ну, в принципе, можно прямо здесь начать склады строить. Почему нет? Собирать водоросли не надо собирать. Агрокультура. Удобрения. Собираем. Собираем удобрения. Что еще? Что еще? Органические водоросли. Почва, почва, земля, минерал. Вроде бы только вот, что я выбрал там, да? Агрокультуру, удобрения. Пока что мы не можем строить для удобрения ничего. Надо сразу установить все, кроме удобрения. Удобрения пускай не собирают. Здесь мы можем копировать настройки и вот этому добавить. Все. Удобрения мы тут не будем. А, хотят в туалет. Но почему же вышло из строя и почему это никто не ремонтирует? Работы. Ремонт есть у меня вообще? Наука. Разборка урожая. Гляньте, этот атакой не надо, чтобы они занимались атакой. Медицинская помощь не надо. Массаж. Вот это дело. Тут что это такое? Декорирование. Это изготовление компоста. Производство кислорода. Требуется источник еды. Я вас понял. В туалет начали ходить. Когда они сходили в туалет, они сразу же моют свои ручонки. Миксер. Еда, еда, еда. Ну, пускай будет где-нибудь вот здесь, что ли, еда. И мы к ней проведем сейчас электричество. Электропровод. Да? А куда это я веду электропровод? У меня же нету станции по производству электричества. Вот тут, к примеру, платформа. Будет тут мы поставим лесенку. Вот. А здесь мы поставим энергию, чтобы мы могли производить ручным генератором электричество. Вот так у нас будет идти электричество. Вот. Получается, мы сейчас тут поставим еще вот эти блоки. Продолжим платформу нашу. Вот так. Это отмена. И, в принципе, этот блок можно отменить. Вот, все, вот так. То есть вот эта штуковина может на краю стоит. Отмена. Мы поставим сейчас производство ручной генератор вот здесь. А это отмена. Вот. И теперь мы протянем провод. Вот, наконец-то. Вот так, 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 так. Вот так, чтобы он был менее заметный. И у нас будет питаться, получается, вот здесь производство еды. Налаживаем. Производство кислорода недостаточное. Тут какие-то растения есть, они как-то все это перерабатывают. Единственное, что меня очень сильно беспокоит, это эти микробы водяные. То есть мы пьем воду, по сути, загрязненную. Это не очень хорошо. Давайте мы эту воду всю допьем, когда ее уже тут совсем не будет. После этого мы уже вскроем этот отсек воды. Вот этот отсек. Тут она вроде не загрязненная. И тут вроде чистая вода, но тут, правда, вот слизистые микробы. Слизь легких. Это очень опасное дело. Как с ними бороться, пока не представляю. Ладно. Вот мы тут наконец-то простроили почти что себе эту штуковину. Это лишнее пока. Это убираем. Значит, мы решили, что у нас будет вот здесь производство электричества. И сейчас мы сможем наконец-то делать себе уже какую-то еду. И скопировать настройки, добавить всем настройки, чтобы они тут удобрения не собирали.
Вот. Склады заполняются. Чисто у нас, по-моему, более-менее. Есть загрязненная вода. Нам бы неплохо бы сделать отсек, где бы мы загрязненную воду сливали. Но пока что даже себе представить не могу, где мы это бы... Вакуум, кислорода нет. Мне нужно, наверное, наверх копать. Хлора полно. С хлором как бороться тоже пока особо не могу себе представить. А-а-а! Я же тут не поставил... Я же тут не выкопал. Это пускай выкапывают, ребятки. Только давайте я вам поставлю приоритет побольше. Где-то... А, вот они все пошли. И давайте уже мне это стройте все дело. Очередь задач пуста. Отсутствует основание. Я вас понял. Я вас понял. Трубопровод. Мне тут надо разобрать. Трубопровод. Разобрать. Трубопровод. Разобрать. Тоже разобрать. Разобрать. Основание сейчас у нас тут будет. У нас появится электричество, по идее. Вот они начинают уже строить эту вот конструкцию. Генератор ручной, то есть ножной. Опа, положились все спать. Микробы, дезинфекцию, быстрее. По возможности провести. Почему? Почва, минералы, органическая. Вот, загрязненная земля. Отмена. Копировать. Бомц, 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 бомц. Загрязненная земля, пускай. Так, стоп, 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 стоп. Агрокультура. Органическая. Загрязненная земля. Вот здесь у меня не нравится, что здесь так мало кислорода. Возможно, решение этому делу будет, если мы вот это вот подкопаем. Вот таким образом. Немножко тут кислорода будет туда доходить. Электричество пошло, производство еды у нас сейчас тоже будет. Очередь, задача пуста. Давайте эти батончиков хотя бы немного им сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть батончиков. Ну и все. Опа, углекислый газ. А ну-ка, пауза. Вот, почему бы мне не сделать сток... Вот тут у меня что? Вода, кислород. Сток воды грязной можно сделать вот сюда. Если мы сейчас аккуратненько, допустим, вот здесь 2-4 блока разрушим. Вот, а его можно как-то разворачивать. Нажмите О, чтобы повернуть объект. Вот. И если я сюда поставлю опустошитель, к примеру, попробуем, рискнем чуть-чуть, да? И он, получается, сюда будет в углекислый газ пускать загрязненную воду. Так, навык увеличен. Наука. Что бы хотели сделать по науке? Ну, во-первых, нам нужно начать уже про нее думать. И, скорее всего, мы ее сделаем где-то вот здесь наверху. Я так себе придумал, что мы здесь делаем науку. Мы это удлиним. Это мы уберем. Батончики делают. Хорошо. Наука. Нам пора заняться наукой, потому что, ну, стрессуют пока что они не особо у меня. Пока что мы идем правильно. Вроде развиваемся понемногу кислородом. Опа. Природный газ. Неприродное для дыхания. Но тут есть, немножко кислорода есть. Опа, у меня новый появился. Выберите дубликанта. Иммунитет. К декора, ужасную еду. Иммунитет, механика, строительство, творчество. О, мне нужны будут творческие люди. Вот этого, наверное, и возьмем. Назовем его, у меня, помните, у меня погиб Шурик, назовем, Шурик. Шурик пускай будет, напечатаем этого. Выбираем, напечатаем Шурика. Вот, станция науки. Вот она нужна будет в подпитке электричества, мы ее вот здесь и поставим. И сразу же, наверное, подведем к ней провод, вот так аккуратненько, вот сюда. И поставим приоритет. Я хочу, чтобы этим делом занялись как можно быстрее. Вот. Ага, ого, наука, наука, наука. И давайте это, базовое сельское хозяйство, мы когда его изучим, мы сможем делать террариумы. И компосты для удобрения, и ящик для рассады. Сможем уже думать насчет еды более качественной. Так, 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 быстро, быстро. Углекислый газ. Он не должен вверх подниматься в идеале. В идеале бы не должен. Я хочу туда сливать воду грязную. Угу, угу. Ну, как-то не очень то, что я ожидал. Загрязненный кислород очень токсичный. Пригодный для дыхания. Кислород еще есть. Кислопригодный для дыхания. Вот мне бы лучше бы взять, вот здесь сделать такой проход, чтобы этот углекислый газ весь пустился вниз. Вот. И тут уже потом посмотреть по микробам. Тут, правда, микробы такие. Поэтому что мы сделаем? Наверное, мы все-таки поставим сейчас лесенку. Вот так. Пускай они туда спускаются. И... Ну как? Что? Что? Ну как по-другому никак, ребятки. Придется копать лесенку. Вот. И здесь делать вот так.
проход сделать. И углекислый газ должен быстренько полететь вниз. По идее. Вот, все, это мы сейчас все разрушим. Приоритетиком назначим это все по-быстренькому, чтобы он прорубил. И все. Углекислый газ пошел. Воздух, кислород. Что? Вода, жидкость. Пригодная для питья, кстати. На секундочку. Углекислый газ спускается. То есть здесь мы сможем тоже какую-то комнату... А, стоп! Стоп, 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 стоп. Что же я наделал? Что же я наделал? Если мы сейчас, получается, эту штуковину хоть раз используем... Так, выключить. Если мы эту штуку хоть раз используем, мы загрязнем... запачкаем воду. Пускай пока что тут как-то... Уже сливает! Я же выключил ее. А он бутылку вставил. Нельзя сюда лить воду. Я же хотел эту комнату сделать для того, чтобы здесь было отхожее место. Ну вот, углекислый газ пошел вниз. Я же хотел сюда спускать воду грязную. А это что? Загрязненный кислород. Как мне теперь быть? Можем, в принципе, сделать такую лесенку. Сделаем блоками. Вот так, вот так, вот так, вот так. Тут не могу ставить блоки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, так. Мы тут, короче, снесем лесенку. Разоберем. Поставим блок. Сейчас он ее там разберет. Хочет в туалет. Беги, беги в туалет. Вот, получается, вода будет стекать сюда. И загрязненный кислород. Тут еще какой-то гейзер природного газа. Опа, природный газ. Это хорошо. Получается, теперь мы можем это дело включить. И, по идее, должно все правильно сливаться. Так, это можно будет прорезать. Это все добыть. Повыкапывать. Это что? Загрязненный кислород. Научный проект для исследования не выбран. Опа, мы исследовали. Теперь газопровод. Стоп. Водопровод, управление электричеством, декор. Декор хочу, чтобы вы дальше изучали у меня. А теперь можно эту штуку включить. Пускай вода сливается, и тут сюда она, короче, приходит. Фух, ну, конечно же, я чуть не прозевал с водой. Я не знаю, загрязненная бы она была или нет, но мы бы могли сейчас все испортить. Так, теперь, по идее, вода будет сливаться. По идее. Будет бегать, а не сливать воду. Шурик. Туалет очень сильно хочет. Ну, хоть беги, беги. Так, ну теперь мы можем, в принципе, с углекислым газом успешнее бороться. Угу, ну, а по микробам тут все загрязнено. Все очень печально. Углекислый газ, кислород. Ну, с кислородом у меня вообще песня. Пока что. Кислорода вот здесь еще у нас много. Можно сюда в этот залезть биом, скажем так. Вот здесь, правда, печально. Тут мы будем, по идее, воду сливать. Но почему-то пока что оно не работает. Почему? Жидкости. Загрязненная вода. О, пускай сливает загрязненную воду сюда. В общем, пока что, ребята, вот такие вот дела. Вроде бы идет все нормально. По стрессу, правда, стресс у меня немножко вырос. У меня, правда, кислорода у меня все отлично. Наука идет. В следующей серии мы будем дальше развивать нашу базу. Спасибо всем, за кто меня поддерживает в этом ролике, в этой игре. Потому что она мне безумно нравится. Я хочу в нее научиться хорошо-прихорошо играть. С вами был Ниломоп, до скорой встречи, пока-пока.